Приветствую всех, с вами Маркела Борис. Прошли сутки, как я зарегистрировался в криптолихорадке. Вы видите, что партнеров первой линии у меня два человека. Да, эти два человека еще не оплачены, потому что зашли они буквально вот совсем недавно. Сегодня я вам расскажу, как пополнить свой счет. То есть здесь есть такая кнопка «Банкинг» и здесь есть «Пополнение счета». На данном экране вы видите, как пополнить баланс. То есть вот такая картинка «Пополнить баланс». Вы подаете заявку, но перед этим, соответственно, вы должны написать сумму. Сумма у нас составляет 0.001. Вы нажимаете «Подать заявку». То есть вы видите, что здесь выскочило у вас такое окно «Подтверждение платежа». Вы переводите 0.0131 биткоина. Пополнение баланса на сумму 0.001 биткоина. После этого вы нажимаете «Подтвердить». У вас открывается вот такое вот окно. Появляется ордер. И вы видите, что здесь написано «Сумма». Вы выбираете сумму, здесь вы пишете почту, здесь вы пишете свое имя и свою фамилию. То есть без этого вам завершить покупку не даст данная площадка. Вы нажимаете «Завершить покупку» и вас перенаправляет вот на такое окно. Здесь у вас есть адрес и у вас есть 9 часов на пополнение. Что вы можете сделать, если у вас на данный момент нету, например, вот такой суммы? При этом вас спасет наш любимый сервис BestChange. Итак, мы переходим к обмену. И у нас получается, мы должны выбрать ту систему, с которой мы можем оплатить. То есть систем достаточно много. Вы можете выбирать абсолютно любую систему. Но я все-таки рекомендую системы выбирать электронных кошельков. Вот PayerRub мы можем здесь обменять, вот, например, от 578 рублей. Мы отдаем пайр рубли и получаем биткоины. Мы, например, сейчас Advanced Cash посмотрим еще. Здесь суммы разнятся, но тоже вот от 582 рублей можно найти обменник, который вам обменяет. Так как Сбербанк, если выбрать, здесь суммы чуть-чуть другие. И если вы будете заходить, то есть на 0.001 биткоина, здесь такую сумму не выбрать. То есть здесь начинается от 1999 рублей, хотя можно пройтись чуть-чуть ниже и поискать, где курс намного выгоднее. Но с другой стороны и цена на биткоин намного выше. Так что я сразу рекомендую завести либо Pair кошелек, где вы можете от 578 рублей обменять, либо Advanced Cash кошелек. Это все системы, они заводятся достаточно быстро. И вот там вот эти деньги, вот 582 рубля, также от 582 рублей, вы можете оттуда именно покупать биткоины на небольшие суммы. Ну, например, если вы выбрали Advanced Cash рубли или Pair рубли, Pair кошелек заводится достаточно быстро, вы можете нажать сюда и ввести ту сумму, которая нам нужна на данный момент. Здесь сразу вы выбираете Pair рубли, здесь вы выбираете биткоины. И здесь при именно введении на суммы обязательно будьте аккуратны. То есть нужно вводить вот эту сумму. Вот эту сумму точную, чтобы она у вас там отобразилась. То есть вы вставляете и вы видите сразу сумму, которая вам нужна. Сумма составляет 826 рублей 44 копейки. Это на данный момент и курс обмена вы видите. Что вам нужно указать? Вам нужно указать счет. Счет вы берете вот здесь вот, копируете и вставляете.
Здесь вы указываете свой email, который у вас есть в наличии. Желательно, чтобы это был на Gmail, либо Яндекс, либо еще какая-то почта. Ну, Mail.ru нежелательно использовать, так как что на Mail.ru не все письма проходят. Для чего это нужно? В случае того, что у вас что-то пойдет не так, соответственно, вы можете со службы поддержки любого обменника решить этот вопрос. Сразу смотрите, до скольки работает обменник. Ну, в основном, если с электронные платежи, то получается, они работают в автоматическом режиме. То есть, вот вы видите, данная операция производится в автоматическом режиме в течение 5 минут. Окончательный курс обмена будет зафиксирован в момент получения платежа. Вот, здесь вы вводите свою электронную почту и после этого нажимаете кнопку «Продолжить». В принципе, далее вы следуете по системе, вас перебросят на кошелек. Ну, давайте я вот укажу. Вот, я указал почту. Опять же, это я для примера вам показываю. Нажимаю «Продолжить». Все, у вас это все зафиксировалось. Вы нажимаете с правилами «Согласен», «Даю свое согласие» и создаете заявку. Вас перебрасывает вот на эту систему, которая называется Pair. Вы нажимаете «Подтвердить». После этого вас перекидывает в ваш кошелек и так далее по инструкции. Чем удобен Pair, что здесь можно, если у вас кошелек давно уже и он верифицирован, здесь вы можете оплатить легко с карты. Также, когда вы эту оплату сделали, к вам на кабинет придет оповещение, что деньги поступили на счет. После этого вы можете активировать свою первую площадку. То есть вы можете активировать свою первую площадку вот на 0.01 биткоина. Но сразу вам скажу, что желательно, конечно, заходить сразу на третий уровень, на четвертый, на пятый уровень. Но так как у нас вот есть вот такая ситуация, я зашел на 0.004 биткоина, потому что 0.004 биткоина намного проще завести именно в эту систему, чем с маленькими суммами заходить. И с другой стороны, это намного эффективнее, чем вы будете заходить, например, на какую-то маленькую площадку. Если у вас остались какие-то вопросы, контактные данные будут под этим видео. Если у вас возникнут вопросы с обменом, есть контактных данных мой Skype, мой Telegram. Вы можете мне туда постучаться, и мы вместе проделаем с вами эту операцию. И начнем зарабатывать в крипто-лихорадке вместе. На этом заканчиваю. Всем привет!